організатори турніру по греко-римській боротьбі «Хоробрі серця» пам'яті Павла Бережковського. Так, вам доброго ранку, дякую, що завітали в студії. Можна ще, може ви і окремо про себе скажете, чим ви займаєтесь окремо, яка у вас посада, і щоб розповіли людям, яка саме у вас діяльність. Доброе утро. Ну, касаемо турнира, турнир памяти Петра Барашковского, это первый всеукраинский турнир по греко-римской борьбе среди деток, подростков от 8-10 первая категория и 10-12 вторая категория. То есть мы уже точно знаем, что приезжают представители 5 областей, то есть с Киевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской области и представители Николаевской области. То есть более 200 ребят будет на турнире. На сегодняшний момент могу вам точно сказать, что такого турнира не проходило уже как минимум 5 лет в Николаевской области. Когда-то был турнир памяти Черновола, и при большой поддержке, да, там депутатов что-то было подобное. Вот сейчас мы возвращаем эту традицию участия в жизни наших детей. И я уверен, и мы, и наши партнеры, которые приобщились к этому, вот сидит Дмитрий Канарский, он тоже сможет сказать по этому поводу. Дмитрий Канарский, что вы партнер турниру, то есть как вы залучились до этого захода? Ну, я Дениса уже достаточно давно знаю, это очень активный наш горожанин, я себя могу причислить тоже к таковым, и у нас, естественно, интересы совпадают. Это дети, спорт, это очень важно, потому что для меня, например, очень важно, чтобы дети перестали ходить читать на заборах там надписи, которые туда по вечерам наркоманы расписывают. И поэтому занять их можно, ну, естественно, чем? Спортом. Это развитие, этот человек дольше проживет в здоровом теле, здоровый дух. Поэтому, конечно, нужно помогать всеми возможными способами. Еще знаем, что именно к этому турниру вы готовились особенно. То есть таких у нас в Николаеве нет. Так, как я сказал, уже 5 лет уже не проводятся такие турниры. Да, с чем удалось столкнуться? Я разговаривал с президентом Федерации греко-римской борьбы по поводу проведения турнира. Он был очень удивлен нашей активности и тому, как мы хотим провести его. Я вам скажу больше. Все детали мы продумываем с самыми лучшими, самыми творчески активными горожанами. Я могу с приятной радостью анонсировать, что гимн Украины будет петь известная николаевская певица, участница «Голос Диты» третьего сезона, Надия Довбуш. Вот, она будет выступать, могу анонсировать, в том же платье, в котором она побеждала на том турнире. Вот, и такие все детали очень важны на самом деле. В том числе даже вот такие чудесные футболки, которые получат... Это готовитесь заранее, я так понимаю. Да, они готовы уже. То есть все победители, все участники турнира с 1 по 3 место. В греко-римской борьбе существует такая позиция, что 3 место получают 2 медали, 3 и 4. Угу. И 100 футболок, то есть все участники будут одеты в эти футболки. И мы сделаем обязательно большую такую фотографию. Угу. Представляете себе, 100 победителей, 100 чемпионов. Вот, будут иметь... 100 чемпионов и все футболисты, правильно? Да, вот они все будут одеты. Мы пригласили и мэра, он очень нам активно помог в организации турнира. И главу облсовета Викторию Москаленко, она тоже помогала. Вот, и Савченко, он губернатор, он не помогал. Вот, но, по крайней мере, он президент Федерации самбо Украины, почетный президент. Поэтому, конечно же, он должен быть на таком турнире и показать деткам отношения как представителя президента, да, то есть что он поддерживает спорт и поддерживает детей. И такие турниры, конечно же, очень важно поддерживать, потому что они не сделаны за счет государства, они сделаны за счет общества. Да. Мы готовились немножко и просмотрели небольшие материалы с прошлых таких турниров. У нас есть небольшое видео о соревнованиях. Thank you.
Ну що ж, хотілося б дізнатися, як активно зараз допомагають? Ну, после того, как мы взялись, я взялся за организацию этого турнира, столкнулся с массой сложностей организационных, и когда мы все их преодолели, да, практически вышли на финальную прямую, разговаривая с руководителем Дворца спорта «Плавбассейн» и директором ДЮСША один Василием Константином Владимировичем, могу вам сказать, что и он подтверждает, что подобного турнира по организации, по уровню, по, в том числе и массе интересных подарков, ведь Дмитрий скромно умолчал о том, что мы приготовили благодаря их компании несколько дорогостоящих призов, о которых он может сказать, да, то есть, и мы будем дарить эти призы за, по нескольким весовым категориям, в которых боролся Петр Барашковский в этих возрастных группах. И будем дарить такие призы ребятам за волю к победе. То есть именно те получат призы, которые, проигрывая в начале турнира, добились и вырвали эту победу в конце. А до чего вы так подробнее рассказать? Да, хотелось бы, как партнера Дмитрия, знать. Речь идет об IPTV-приставках для просмотра IPTV, то есть, возможно, кто-то уже обладает такими, но я надеюсь, что... Можно показать, да? Да, тут сейчас... Вот. Интернет-телевизор. Да. У многих уже есть это, но у кого-то нет, мы будем рады предложить. Интернет-телевидение, мы идем к вам. То есть, ребята, которые выиграют, получат возможность получить такие призы. Получат, да, ряд категорий, получат такие подарки. Они, я вам скажу, на сегодняшний момент каждый из них стоит 1500. Таких у нас подарков 5. Более того, подключилась компания Сандора, подключилась компания Президент Лакталис, будут и их подарки, и их фирменные призы. Подключилась компания Амина. И на самом деле еще очень много компаний, поэтому я говорю с полной уверенностью, что дети, которые будут участвовать, и дети, которые будут побеждать на этом турнире, нереально будут счастливы. Ну что ж, желаем вам успеха, желаем вам хороших побед. Гарного турниру, перемог, наснаги, гарного мы праздника. Вас ждем. Хотелось бы еще раз напомнить нашим телезрителям, где и когда. В 10 утра открытие этого турнира в трудовых резервах. Это плавбассейн «Соляные». И с 10 динамично до 6 мы проводим этот турнир в 6 награждений. Мы ждем вас всех, горожане. Приходите.